Всем привет, с вами Лего Хелл, и это у нас рубрика новости, Лего новости. И сегодня я вам покажу кадры от новых наборов. В чем сюрприз? Здесь набор Акселя, здесь точно здесь есть Аксель, Джестру и два монстра, включая здесь уникальные детали паучков. Второй набор это вот, типа я здесь почти что ничего не вижу, вот. Это здесь у нас, конечно же, байк электронных чудовищ, здесь новый персонаж, я не знаю, пишите в комментариях, кто это, и здесь какие-то другие нексосилы, типа плохие, а здесь хорошие. Это у нас Даррен, нексосилы теперь уже золотые вместо вот этих зеленых. У меня еще есть для вас супер новость. Будет новая серия мини-фигурок по Лего фильм Бэтмен. У нас здесь есть Харви Квинн, дворецкий Бэтмена, здесь у нас король часов, здесь у нас психолог, да, он психолог из огромного дома, я, блин, забыл, как он называется. Это у нас костюм Бэтмена русалки, это у нас же сам Бэтмен, это у нас Эстро, вот этой суточкой. Здесь у нас Робин, Бэтгерл и, конечно же, Альфред, наконец-то вспомнил. Здесь у нас же Бэтбой. Ну, мама Бэт, это у нас же, конечно же, жук, точнее, моль-убийца, это у нас близнецы, это у нас, блин, я забыл, кто это, а напишите в комментариях, кто это у нас Флэш, вот это у нас, я помню, сериал «Бэтмен будущего», это у нас же, конечно же, враг Супермена, отец его, и последняя, это какая-то девушка, я не знаю, это у нас костюм новых ниндзя, пишите в комментариях, как вам они. Это у нас, конечно же, наборы по Nexus, это вот этот корабль. И, конечно же, здесь у нас дракончик. И здесь у нас новая фигурка одного из антагонистов нового сезона по Лего Ниндзяго. Пишите в комментариях, как он вам. Ну, еще один он. И, конечно же, здесь у нас набор с акулой. Я вам еще его не показывал. Но он выйдет в следующем году в сетях магазинов toy.ru. И еще есть вот этот храм. И здесь есть Гармадон. И главный герой этой серии Гармадон сам. Здесь у нас же, конечно же, куча злодеев. Здесь у нас, конечно же, тачка Ллойда вместе с фиолетовой маской. И здесь есть Аэроджетсу. Здесь у нас такой же гигант и золотой самурай. Чем сюрприз? Это Пиксель. Пиксель! Ну никто не догадался из прошлого сезона, что это Пиксель, а? Это у нас это Спинджетсу у нас здесь. А это у нас тренировочная батка этих злодеев. Здесь у нас, конечно же, байк Кая. Здесь у нас, конечно же, показываются три формы наборов. Здесь у нас, конечно же, набор, опять же, с красной маской. А это у нас из игр, а это остальное. Вот, пишите в комментариях, как вам вот этот магазин. Там можно достать самые старые фигурки из Лего Ниндзяго. И самые старые наборы. Но, к сожалению, вам сойдет за 2000. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на мою группу ВК, если найдете такого же. Ладно, пишите в комментариях, как вам эти новые наборы. Всем пока.